сразу грудью закрыть. Здрасте. А, что, цикло попробуем? Что его пробовать, да? Едят они его. Посмотрим как. Вот это пытаюсь тут выловить вот эту черную гуску, я, а их тут две оказываются, да? Они видят меня, они сразу уходят. Я, это вообще, это ужас. Это звери. Вот сейчас я только сачок, все, я только опускаю сачок, она уже фу, сразу хавается. Так, тут наловил сачок тот, кто мне не нужен. Никого там нет, бы высохнут. Так, с кого начнем? Так, эти у меня накормлены. Я что, пересадил сюда эту всю губкомпашку. В общем, тут получилось 10 зеленых, а что-то, что там вот то стоял аквариумчик. И 8 самов кориков тут у меня оказывается. 8. Ну, я им дам попозже Артемию. Я им давал Артемию. Я им попозже дам Артемию. В общем, они все тут. Ну, вроде трупов не видно. Как бы, что это такое? Что это упало? Как он туда попал? Это я вот так вот держал, он капнул туда циклоп. Ну, пусть уже привыкают к циклопу. Так, что? Тут начинают потихоньку... Блин, ляпнул опять. Потихоньку вылазить Витины дети. 1, 2, 3, 4. Ну, четверо пока и остается. Вот то, что у нас за тело лежит. Коридор, раз вот это лежит, по-моему, да? А что тело? Вроде живенький, блин, может, я его придавил как-нибудь случайно, не специально. Так, что, бросаем циклопиус в этот аквариум, сейчас кинем. И кусочек в этот. Короче, от переедания начали свиньи дохнуть тут, малолетние. То есть, золотые. Это капец, они жрут без памяти. Это ужас. Они от переедания просто ложатся, а за ними даже не успевает живородка поесть. Это ужас какой-то. Ну, они так и есть, конечно. Золотые, одним словом. Уже такие пузяки были такие набитые. Он доходит одна, видите, он что-то ее, бедняжку, трепает. Ну, кто-то-то должен выжить. Выжить сильнейший, конечно. Течением разгоняет циклоп. Ладно, заглянем туда попозже, мы на ихнее состояние. Ага, так, ну тут вот это же лежит сачок на всякий случай, чтоб хоп и высмыкнуть их. Вроде бы по магазинам предлагал, не надо рыбу. Где-то они там по нас заказывали уже кучу рыбы. Цена поднялась, тернеха сотка уже. Вот так вот живородку не смотрел. Нормально циклоп. Кстати, он соленый, по-моему. Это я пробую его на соль. Да, соленый. Значит, это морской. Или лиманский, скорее всего. Ну, к циклопу надо, конечно, приучить их. Не сразу они уйдут. Но эти сразу будут. Этим, что дай им, сколько не дай. Эти хавают все. Вот эти вот собаки разрывают. Эти тоже что в прорву. Эти вообще все ядные. Они сейчас разбомбят этот камень. Соленый, горький какой-то. Да. Так. Сюда кусмарчик сейчас мы закинем тоже. Ну это много, наверное, будет. А может и нет. Вот так вот раз. Так, нате, ешьте. А тут мы моем руки сразу. Перед сном ноги. По выходным купаюсь, залажу прям. Только я уже в 400-ке купаюсь. В большом. А там астрики охотятся. Бедные цихлозомы бриллиантовые. Сидят за мочалкой, спрятались втроем. Этот их с кушерей выгнал. Здоровый бегемотище. Ну тут что, нормальный, не криворотый. Там капец, пообрывал там мне валеснерию. Там ужас, что творится. Так, ну все, этим пока достаточно. Этим тоже. О, где? Тут разрываю, да? Не особо охотно, но... Ну а что делать? Да ну дешевле намного этим кормить. Так, сюда. Еще закинем. Кусочек, теперь кусочек еще закинем. Наверх вот сюда бросим.
Я его взял 2 кг, пусть едят. Не знаю, завтра, если все срастется, возьму еще килограмм артемии. Дорого, конечно, но дешевле, чем мотыль. А мотыля сейчас и нет у него. Пацелюхи вот тут это, я не знаю, барабаны плавают. Такие барабаны плавают. Ну, сидели, ничего не родили. Тут есть, если что, вдруг спрятаться, и выживут сильнейшие. А может и нет. Хочу ж минора. Ой, ля, вообще квадратная. Ля. Посмотри, те. Блин. Это что делает? Скатка занята. Ой-ой-ой. Вот это барабан еще. Ну, если ночью родят... О, сом сразу он лупит, аж бегом. Да если родят, тут же, конечно, поржут. Пицельки нужны. Пицели 200. В магазине сегодня. Наблюдал. По ценам. Так, вот эти можно бросить тоже сюда. Циклопа. Вот это чуть-чуть тоже циклопа. Тут, если что, он провалится, тут же еще малые гупешек плавают. Сюда. Ну, вот сейчас не знаю. Попробую, конечно, выловить миноров. Ой, надо было их не кормить. Наверное. Или рано утром их выловить в темноте. Надо будет как-то что-то пробовать. Их тут тяжело поймать. Двумя сачками, а тогда ловил один сачок, вот тут ставил, вторым загонял. В общем, тут целый процесс. Самого тебе в кубик я карманул этим мотылем. О! Сивилька. Вот она, прикольная, да, ля, красивая. Твою редко видно тут, конечно. Ну, интересный такой псевдоскат. Что, я не знаю, вас таки вас не сидят, тараканчики, а? Если я вас закину уже туда в 400 литров. Или тоже вас похавают. Ох, и злодеи. Мы сейчас пойдем к ним туда, посмотрим. Так, гупешкам чуть-чуть сейчас мы ливанем сюда. Тут он открыто покровку убрал, потому что вылавливал я мальков. Ну, успел только одного выловить. И желтенький плавал. Значит, красненькая какая-то родила двух. Самок выкинула страну. То сам такая уже укачанная они были. Тут, конечно, должна, вот видите, на снастях такая вот одна уже такая толстая. Ну, посмотрим. Я у них сегодня воду поменял, завтра утром покажу. Конечно, поставить кипятильник не мешало, но надо это сделать. Но у них тут нормально. 25, эти на комнат, на этих 26. Тернецы уже тоже можно снова пробовать еще раз. Вот эту вот фишку. Я, знаете, что мог лечь малек? Я уже подозреваю. Я крахмалом мог вместо соды, мог крахмалом. Обеззаразить аквариум. Вот то, на что все повтыкала эта икра. Ну хотя, вроде сода была. Просто они в одинаковых баночках там все стоят. Ну, в общем, хрен его знает, что это было. Так, что, тут уже разрывали. Ни одного циклопа не плавает, видите? Так, этим хватит, эти поедят. Так, кому мы еще ливанем? Гупехам ливанули. Все, доедают. Пусть смотрим. О, тоже потенциальная еда вот плывет на меня. Так, чуть-чуть еще поделимся с этими гусями. Вот так им. Остальное все сюда. Вот и все. Ешьте. Да им выгодно кормить циклопом. Надо только, я же говорю, приучить их к циклопу, и будет все четенько. Внешник сегодня видел в магазине. Такой, как у меня. Только там не написано слово «Атман» на голове, на самой. На том написано черным «Атман», и он без наполнителя. Этот хоть более-менее какие-то наполнители были тут. Три вида, по-моему. Уголь тут был, потом шарики пластмассовые, кругленькие, и керамика была. И там название было «Атман» черным написано. А на этом, по-моему, не написано. Что-то я вспоминаю. Не, тут вот есть лейба, вот слева лейбочка видно. А там прям большими буквами написано «Атман». Не, тут написано «Атман», но по-другому написано там. По-другому там написано. 15 с чем-то. Да ну, там сейчас камера словит, не видно там на голове надписи, а ну-ка.
А, тоже написано Атман. А я думал, у меня не написано. Но тот у него почему-то без наполнителей. Хотя вроде ящик точно такой. Я говорю, с нутрянкой? Нет, только корзины, надо покупать. Я говорю, как так? У меня, говорю, был с нутрянками. Он начал наши губы дуть. О, лянь, ты, мы у тебя рыбу берем, а ты покупаешь в других магазинах. Я говорю, когда мне надо было, у вас его не было. Надо было спросить. Я говорю, Макс, ты, говорю, у тебя фамилия, наверное, Сахарчук, говорю, по-любому. Ну что, накрутки такие делает. С его женой намного проще договариваться. В общем, как-то так. Что, там Витек сидит. Витек сидит, там малые Витька. Да, то он просто отдыхал, Корик. Видите, уже развернулся он. Сюда я им бросал эту муху. Я вижу, еще пузы толстые. У них ничего им не надо давать. Потому что сильно много тоже не надо. Пошли заглянем, попробуем сейчас. Вот так вот. Отсюда. Я им тоже чуть подменил водичку. Поставил кипятильничек 20 градусов. Ну-ка. Сейчас я чуть-чуть лобовушку тут тирану. Так, а ну есть вообще волгари у меня тут в группе подписанные. В рулевую эту. Да блин. Рулевой, короче, вал рулевого колеса. Вот тут там два подшипника такие. Там они идут с такими пластиковыми втулочками. С восьмерки подходит. Тут у меня смотрит, я написано 2С2108. Он говорит, это подходит и на Жигули, и на Волгу. Ну не знаю, а ну есть кто-нибудь волгари? Подойдет, не подойдет, покупать. Не покупать, слышь ты. Ты там не пожал. Да где-то там его дети должны быть. А, вон они шевелятся, я вижу отсюда. Вон они шевелятся, вон. Ну, вам не видно, но мне видно, я увидел. Шевелятся там, только он развернул. Они сейчас вверху там прилипшие. А, он сегодня выбрасывал, короче, шелуху от яиц, прикиньте. Тут выбрасывал, представляете? Да ну, снимем, ну я увидел, там они шевелятся. Вон, о, кодло, вон оно, кодло. Да понятно, я знаю, что ты разряжен. Ну, в общем, как-то так. Покормили мы циклопом, посмотрим. О, ну пицель я вижу вот на... А ну, сейчас, я не вижу, блин, понятно, да, надо нажать было. О, ну, понабивали они пузы. А это что такое за зверь? Не понял, откуда она тут взялась? Откуда здесь могла появиться... Извините меня, тернопохер. Это жон. Как он сюда попал? Откуда тут тернеция взялась? Очень странно. Интересно. Я не помню, чтобы у меня были тут где-то тернеции. Откуда взялся здесь он? Хе. Странненько, странненько. О, очень интересно. Ну нормально, поели, пузы набили. Смотрим на золотух. Смотрим на маленьких поросят. Это тоже поросята понабивали себе желудки. А эти, конечно, естественно, съели все и еще просят. Дай, 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 дай. Я могу на лопате что-то вам сейчас сыпать сюда. Я не знаю, что им еще дать. Таблетосов сейчас он закинул. Самам. Гурами тоже не нужно есть, гурами. Еще мои же у них. Те, что я возил. Знаете, вам тоже таблетосиков. Короче, утром буду пробовать вылавливать. Блин, надо подумать, что же делать с этими пицилями, а? Ну, посмотри, какие пузыри. Отсадник их тут подсадить. Так, а какой отсадник? Какой? Это надо отсадник мелкий. Бля, какие пузыри. Ты видела, Викторовна? Да видела ты. Да ну, пузыри, глянь, какие плавают. Ты же видишь, он, глянь. Посмотри на вот эту вот. Тут одна тут вообще уже чемоданы. Да мечихи, мечиха загоняет их. Да мечиха, посмотри, она пустая. Она будет еще сидеть. Они обманчивые, да, будет курва сидеть, она еще долго. А бока у нее уже расширены, это кубинки. За ними не поймешь, они такие есть. Может и неделю еще, конечно, на курва просидеть. Ну что делать, а? Выловить вот этих пицелюх толстых. Ля, какие две толстые. Ну просто, ля. Кабанихи. Ладно, надо что-то подумать. Они тут похавают. По-любому они схавают их всех. Ну, тут. К бабке не ходи, не сожжут. Так, ладно, все. Тут всех покормили, да? Вроде бы как. Артемия потом попозже я покормлю уже у тех мелких.
Еще разочек на ночь глядя. Да, надо, чтобы у них постоянно еда была. И поставил он ему тот лифт другой, потому что вот тут посредине я поставил, его болтало, их бедных крутило. Чуть-чуть сбавил я обороты и температуру чуть убрал, 28,5, то есть намного будет. Пошел в ту квартиру я сегодня за стенкой, нет, там не холодно, там тепло. Не стал, я положил там пенопластовую коробку тут. Так, вот посмотрим. Вон они, а? Носороги выпасают, чьи эти? Бегемоты, бегемоты. Были бобики, стали бегемотами. Думал включить кипятильник, но у них еще вода, тут гляньте какая. У них еще вода, вот такая температура. Зачем я буду лишний свет мотать? Тут болванка на 500 ватт стоит, ну. Так, вы гупали сели, это должны. Короче, он как устроил тут кипиш. Вот так вот, давай, тут выгнал он их из кустов сюда трое. Я думал, тогда он съел третьего. Вот они, попросил, Макс, вылови самых больших. Да, сука, выловил среднего, были там большие. И Малуев поймал. Ах и Максимка. В общем, все. Тараканов одни самцы, тоже хитромудрые. Люся, это ж твои, это циклозомы бриллиантовые. Твои вообще-то как бы кенты. Но она тоже интересуется ими. Она-то их не глотнет. А вот этот, конечно, может гусь. Налегке, да? Ля, смотри. Что ты, Боба? Чешуя, смотрите, какая уже. Ну, караси, ну, ё-моё. Это начинает белеть у нее тут плавник у криворота. И по низам там белое такое. Начинает она менять окрас. Мне, и на лобяке, он, видите, какие-то появились у него. Ну, не знаю. Пара, не пара. Вон, завалили эту, тут носились они. Надо ее вкапывать в грунт. Но это уже буду воду менять, тогда вкопаю. О, боцы. О, боцаем по барабану и вообще. Им пофигу все. Маловийцы, не маловийцы и вообще. Пофигу. Лупоглазка он. Такая смелая. Что, вы накормлены уже? Куда вам еще? Ну, может быть, подпозже чуть-чуть брошу вам креветки. Я подумаю, конечно. А вот этот аквариумчик я не покормил. Ну, я покормлю его уже сейчас сам циклопа сюда брошу. Они у меня уже обедали циклопом. Я с магазина приезжал, бросал. Тоже, ля, голодная команда, голодная. Все, уже все сразу сбежали сюда. Ля. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Банда собирается. Ну, кучка тут потерянных постоянно вот тут. Я думаю, суточка в целом плавает. Так-то так. Да, конечно, можно было подрастить этих циклов, но мне посадить их некуда. Чтобы они подросли чуть-чуть, и потом их туда в аквариум. Так, бегемоты-то тоже растут. Не забываем и об этом. Что бегемоты тоже ж еще растут. Они, Макс сказал, такие будут, такие, говорит, будут. Ну, как акары, типа. Ну, дай бог, чтобы они попробовали вырасти до того возраста. Все. Всем обнянто, приподнянто, обниманто. Всем пока. Не забываем, прожимаем лайк. В описании реквизиты, кто решит задонатить. Монетки нету. Не подключено. В общем, все. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Даже кедова. Бо покакать нужно дома. Ну, и они лазят теперь там. Они знают, что они там сидят. Ай-яй-яй, злодеи. Ох, и злодеи. Не, а были ж вот такие. Вот такие они были. Я вообще их привез. Вот таких вот. Вот таких. А, о! Я их привез. О, такого размера, как вот меньшая. Зимой. В этом году зимой. Вот что из них выросли, какие чудовища. Бегемотище. Все, 19 минут. Ой-ой-ой, до 20. Или что? Ну тут им, конечно, да, место. Они тут вообще цари. Они кайфуют, им тут классно. А то они в этой соточке, бедняги, так это они в сотке вымахали так. Если бы они изначально жили в этих 400 литрах, ну они и кушали хорошо. Но они сейчас кушают неплохо. Надо им попробовать мой взять, может, свежемороженое. Там я где-то видел, и печенка их кормят.
Все, покедова.